Очередная гуманитарная помощь доставлена из Дагестана в Запорожскую область. На этот раз местным жителям и военным из нашей республики передали около 40 тонн продовольствия, питьевой воды и бытовых принадлежностей первой необходимости. Сопровождал груз и мой коллега Хамза Нурмагомедов. Ему слово. Два дня в пути и дагестанская делегация с гуманитарной миссией на территории Запорожской области, где буквально на днях состоялся референдум о присоединении к России этого субъекта. Все, что необходимо, взяли. Одежда, женские, мужские и продуктовый набор. В ближайшее время мы сейчас заедем. Наш главный цель – заехать, поздравлять местным жителям вступление Российской Федерации. Я им обещал, буду заезжать, вот, сдержал свое обещание и хочу увидеться с местными жителями, увидеться и в Запорожской области правительство. На границе гуманитарный груз встречают военные. Несмотря на то, что в Запорожской области ситуация стабилизируется, она остается напряженной. И задача солдат – обеспечить безопасность дагестанской делегации на протяжении всего пути. В самом Мелитополе дагестанцев в пункте приема и сортировки гуманитарной помощи встречают представители власти и общественности. Они отмечают, помощь прибыла вовремя. Запорожская область очень благодарна всем меценатам, которые помогают, привозят гуманитарную помощь для жителей Запорожской области, которые сейчас так нуждаются в этой помощи. И благодарим Гаджи Магомедова, фонд «Инсан», который привез области такое большое количество гуманитарной помощи. Это уже 70-я машина, более 70 фур приехала за период с февраля по октябрь на территорию Запорожской области. И ни один район не остается без внимания. Мы очень благодарны всем жителям континентальной России и народу Дагестана, который помогает и оказывает поддержку всячески, не забывая не только Запорожскую область, но и все территории Юга Руси. Совместно с Духовным управлением Республики Дагестан привезли гуманитарную помощь в виде продуктов питания, средств личной гигиены, вещей, которые останутся не только для жителей Мелитополя и Запорожской области, но также и уйдут на передовую нашим бойцам, которые защищают сегодня нашу родину. Меценат из Дагестана Магомед Гаджи Магомедов инициировал уже 20 выездов с продуктами питания и бытовой принадлежности первой необходимости. Всего вместе с муфтиатом республики, благотворительным фондом «Инсан», беженцам из Украины и местным жителям было доставлено около 1500 тонн гуманитарной помощи. Жители Запорожской области, поздравляю вас с вступлением в Российской Федерации. Это огромный праздник. Я тоже приехал поздравлять вас с этим праздником. И привез вам гуманитарную помощь. Это мой не первый и не последний. Это уже я как к себе домой, приезжаю к вам. Поздравляю вашего губернатора, поздравляю вашего мэра города. Желаю вам счастья, успехов, чтобы у нас вместе было все прекрасно. С гуманитарной помощью дагестанцы в Запорожской области уже не в первый раз. С самого начала спецоперации, вот уже после референдума, представители стороны ГОР продолжают оказывать внимание и поддержку местным жителям. Хамз Нурмагомедов, Мурад Магомедов, Мурад Бибарзов, телеканал ННТ, Мелитополь, Запорожская область.